Полицейские пришли в Верховную Раду рассказать о вчерашнем конфликте с нардепом Парасюком. В ходе утреннего заседания некоторые депутаты призвали дать слово полицейским, участникам инцидента на блокпосту в Славянске. Накануне там произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками блокады, среди которых был Владимир Парасюк, народный депутат Украины. В результате конфликта 7 силовиков полиции были госпитализированы. Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям народного депутата Парасюка. Парасюк кричал лично мне и моим сотрудникам: «Я вас всех, сук, понахожу, по одному переловлю и передушу». Не заслужили мы, товарищи народные депутаты, такого обращения ни со стороны Парасюка, ни с кого-то либо другого. Мы защищаем нашу родину как можем, на самом деле, в тяжелейших условиях. Не жалуемся мы на это. Вот просто такие действия приведут к беде большой. Мы остаемся верными Украине, верны своей присяге, верны народу и пытаемся все сделать, чтобы, по крайней мере, на территории Донецкой области люди себя чувствовали в безопасности, насколько это возможно. По словам полицейских, Парасюк руководил нападением на правоохранителей. Нардеп ехал во главе автоколонны, когда их остановили на блокпосту около Славянска и для проверки. Полицейские попросили предъявить документы и позволить провести осмотр авто. Парасюк, предъявив удостоверение народного депутата Украины, якобы спровоцировал конфликт, запретив другим водителям в автоколонне выполнять требования полиции. Здравствуйте. Чего ты забрал документы? Я документы проверяю. Документы не надо мне сувать. Парасюк Володимир Зинович. Представьте, что вы такие. Подумайте. Вы не имеете права перешкоджать пересувать? Вам нет. И все решта вам нет. Поїхали. Нет. Никто не поедет. Поїде. Никто не поедет. Никто не поедет. Что ты кричишь? Вы голос не повышайте на меня. Голос не повышайте. Уезжай, зараз є ворогами. Проезжай, я сказал, иди звідси. Проезжай. Проезжай. Я сказал, проезжай. Проверили. Ты в маску. То маск, не про один, не про один, сука. А бачите, як вам вже здерли? Зніми маску, сука. Стоять, не подходить ближе 5 метров. Будеш стріляти? Ближе 5 метров. Ти будеш стріляти? Ти будеш стріляти? Ближе 5 метров. На землю!